Привет, ты на канале AAA, с тобой Рэй, и мы проходим Portal 2. Да, все еще проходим, прикинь. Я сам в шоке. Ну-ка, и что нужно сделать? Неужели он не видит реально, где я нахожусь? Это же невозможно. Как же датчики и прочие атрибута? Серьезно? Воу. Не понял. Могу здесь вызвать? Нет. Здесь... А, это они не показали, где можно вызвать. Но нет. В чем прикол? Подожди. Туда я попасть не могу, сюда я тоже попасть не могу. Там куча... А, все ясно. Ну-ка. На эту комнату я отсюда не вижу. Тоже серая, понятно. Единственное, что белое, это эта фигня. Надо тогда вызвать как-то надо. Стоямба. Серьезно? Я не могу вызвать прям. А это как? А-а-а. Серьезно? Да ну нафиг. Не понял прикола, и как мне надо тогда с ними расправиться, что где мне нужно найти вообще. Ну окейшки, да, я выхожу. Все понятненько. Да-да-да, разлилась краска. Мы прыгаем. Вызываем здесь. Ну окей. Куча ботов здесь. А-а-а. Типа я выхожу, вызываю здесь, здесь. И вот так вот делаю. Ага. И что это делает? Ого. Допустим. Воу-воу-воу. Подожди, а если я, короче, сейчас всех вас вот так вот сделаю? Окей, ладненько, тогда мы пока что засейвимся. Потому что разобрались все-таки с этими кадрами. Ага. Но все равно встает вопрос, как мне туда попасть. Прыжок, прыжок. Вот здесь прыжок, по идее, можно было бы сделать. Или все, или теперь мне этого достаточно. Вот, стоп. Ага. Все, отлично. Значит, вот так все было. Понятно, понятно. Все с вами понятно. Но что это за комната? Как мне попасть? Да ладно. Отлично. Очередная загрузка. Очередная.
Я не сомневался, что будет загрузка. Ни капельки вообще. Робота. Так, окей, что здесь происходит? Ну давай, кнопку нажмем, что ж. И что это? Бомба? Не понял, не понял. Я так понимаю, чтобы они разбили мне стекло, да? Подожди, они идут вот таким образом, то что вот так. Ну-ка, он сейчас развернет? Да, на ходу. А чё он их не подает на ходу? Погоди-ка. Я их вижу отсюда? Нет. Но я же не могу вызвать. А, не могу. Ну окей, понятно. Так, нужно взорвать эту штуку. Для начала. Да блинский. Ага. Ну что это не дало? Ну типа смог я сюда выбраться, я бы это... А, ну да, нет, не смог бы. Мы что, опять в начале, что ли? Да. Впрочем, ты как обычно. Окейшки, так. 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 But I can assure you, it is a proper lair, deadly lair. And I just wanted to give you the chance to kill yourself now, before you get to the lair. You can just jump into that masher. Okay, I'll take that as a no then. Началось. Смысл. Ну я видел, что здесь, да, есть эта штука, и здесь можно это сделать, но в чем прикол? А, ё-моё, я же не видел, что здесь это пол такой. Окей. Не понял, там в центре реактор, что ли, разогрелся так? Допустим. Ну, блински. Загрузка? В смысле загрузка? Я же никуда не пробрался даже еще. Мы просто выпали в шиф...
в шахту лифта, по-моему, и все. Я только думал сохраниться на всякий случай, а тут само все. Ну окей. Здрасте. Нифига, так этих модулей было дохренище. Все бы неплохо, только где я их возьму? Так просто взять я его не могу. Ну ладно, ладно. Сейчас проверим. Ну давай. Ух ты, здравствуй. Стой, дай я засовесь, пока ты тут говоришь. Two, start the neurotoxin immediately. Three, bomb-proof shields for me, leading directly onto number four, bombs for throwing at you. You know what? This plan is so good, I'm gonna give you a sporting chance and turn off the neurotoxin. I'm joking, of course. Good luck. Neurotoxin level at capacity in 5 minutes. No, okay. Where are you going? Don't run! Don't run! I tell you what, you no, давай. Отлично. Все отлично, я понял. Ну, стой, 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 ты что-то кидаешь-то? Не понял, а почему ты теперь так кидаешь, что... То, что... Ну, давай, давай, кидай. Но. Вон же тебе по тебе попадают. А я могу ее схватить? Или что? Ну-ка, давай попробуем ради интереса. Могу? Нет. Ну, попадают же по нему бомбы. Понятно. Где? 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 Я не вижу. Да где он?
Я не вижу. Нах, вон он. И как? Типа так, что? Нет. А, прыжки, понятно. Reactor explosion in 4 minutes. What happened? What have you pulled to me? What is that? Hold on. The bloody bombs are stuck on. Да, блинский, ты серьезно? Да, ладно. Блинский, как все? Западно, ты посмотри, а. Я надеюсь, мы не с самого начала начнем. Да. Окей, давай. А, теперь снизу надо. Блин. Давай. Да, давай, давай, снизу, так снизу. Окей, следующий модуль, где он? Но? Где? Окей, но. Ты что, серьезно? И как мне его забрать-то? Я бы рад, но... А, ну типа так, так. Так. Ага, все, понял, ладно. Нет, 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 нет. Так. Так. Только выпрыгнуть получается. Мне нужно не здесь. Так. Падаю, выпрыгиваю. Отлично. А теперь надо еще успеть его поставить. Это здесь. Отличненько. Reactor explosion timer destroyed. Reactor explosion uncertainty emergency preemption protocol initiated. This facility will. Давайте это сохранишь на всякий случай. Self-destruct in 2 minutes. Enough! I told you not to put these cores on, but you don't listen, do you? Quietly, not listening to a word I say, judge silent, worst. All I wanted to do was make everything better. Ну-ка, не понял. Давай сюда. Стреляй давай. Не то. Тут щиты, тут щиты, тут щиты. Блин, не успею, походу. А, у него щиты только с этой стороны. Понятно. Давай. Где последний?
automobile brake was not invented until 1895. Before this, someone had to remain in the car at all times, driving in circles until passengers returned to their areas. И смысл? If you have trouble with simple counting, use the following mnemonic words. 1. Count before 2. Count before 60. Count after 12. Count before 6 trillion. Count after 5. Окей. This will make your earlier counting difficult. И последний модуль. Да ладно. Все, взорвались, да. Да. Не успел. Ну, давай сначала. Надеюсь, то, что сначала, в смысле, совсем сначала, там, где еще его не подорвало. Так, все, я понял. Так. Да блин, ну зачем так сделал? В мою сторону стреляй. Знаешь, что на самом деле? У нас серия-то продолжительность уже длинная, поэтому давай, короче, мы в следующей серии вот с ним закончим. Пока подписывайся, ставь лайки, комментарии и до следующей встречи.